Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор посылочки с сайта Рандеву. Итак, поехали. Открыла посылочку, вот так тут все упаковано. Накладная, сам бокс. Сейчас разверну. Да, подарочки. Это у нас сыворотка, наверное, гиалуроновая. Маслица даже, по-моему. Так, и гель, да, если я не ошибаюсь. Будем пробовать. Все интересно. Вот так выглядит сам аромабокс. Он еще, кстати, у нас с вами с картиночками. С картиночками полноразмерных вариантов. Сейчас мы с вами потихоньку так протестируем все аромабоксы. Но это же классно. Зато выбираем для себя любимчиков. Да? 8 штучек по 1,5 мл. И у нас здесь Байреда опять снова. Я давно на него заглядываюсь. Ах, цветочные ароматы. Цветочные ароматы. Итак, поехали. Первый Байредо La Tulip Woman. Что-то такое. Я этот аромат еще не тестировала, но Байредо, вот все, что пробовала, мне очень нравится. Я вам покажу в конце еще поподробнее, какие ароматы представлены, потому что я могу название исковеркать, уж не обессудьте. Так, давайте тестировать, где начнем. Начинать будем сверху вниз. О, какой классный! Ой, какой он классный, жасмин, но не классический, такой ярко выраженный, а очень интересный, тонкий, богатый такой жасмин. Ой, однозначно крутой аромат, слушайте, прям однозначно. Очень крутой, очень цветочный, очень яркий, насыщенный, но в то же время не приторный. Обалденный. Вот этот нравится сразу, слушайте. Байреда вообще молодцы. Прям вот все, что я у них пробовала, мне все нравится. Так, второй. LM Parfums. Я не знаю, еще такого не тестировала. Sensual Orchid. Парфюм. Орхидея у нас с вами должна здесь быть, да? Так, давайте пробовать. Другая рука. Ой, а тут какой-то карамельный отголосок с цветочками есть. Орхидея, да, орхидея. В полном смысле понимания этого слова, но какая-то она такая вкусненькая. Какая-то она такая, знаете, с выпечкой какая-то. Сладенькая. Аромат тоже очень-очень интересный. Отголоски карамели я здесь чувствую почему-то. Очень интересный, но насыщенный. Если предыдущий был не приторный, здесь приторность есть. Но для тех, кто любит сладкие плюс цветочные ароматы, однозначно понравятся. Не мое, мне очень сладко, хотя он классный. Он классный, вот, мне кажется, шлейф от него будет прям такой вот эх. Так, третий аромат у нас с вами Монтань. По-моему, я его тестировала, не помню. Этот Crystal Flowers называется аромат. Так, давайте пробовать. А, с горчинкой. Нет, не с горчинкой, а тоже не пойму с чем. Сначала вроде легкая горчинка, но она есть такая терпкость. А потом и пион, и жасмин, и ландыш. Интересный, богатый, цветочный такой. Богатый, цветочный аромат. Не мое. Меньше всего из вот этих трех он мне нравится. Он цветочный, он яркий, насыщенный. И жасмин потом остается после всего. Но не мое, нет. Так, четвертый аромат. Александре Джи, Ирис Вайолет Вумен. Ирис, ирис. Ирис вообще мне нравится, как звучит. Давайте пробовать. Угу. Тоже такой какой-то сладковатый. Не карамельный, но что-то похожее. Аромат? Не, не нравится. Тоже вот этот не нравится, но на вкус и цвет, я знаю, найдутся девчонки, которые любят его. Пишите обязательно, что вы из этих парфюмов пробовали, что заказывали. Он слишком насыщенный, слишком тяжелый для меня, вот для меня, да. Я вам, как всегда, промокод на скидочку, конечно же, оставляю. Вся информация в инфобоксе, ссылку. Я знаю, вы там заказываете, я знаю, вы ждете там промокод, потому что парфюмерия оригинальная, парфюмерия элитная. Так, дальше. X, если я правильно читаю, X может быть Nihilo. Nihilo, короче, написано. Nihilo, девчонки, знаете такой парфюм? Флёр наркотик. Посмотрим, что тут у нас за наркотик. Ага, слушайте, цветочный с таким ароматом химозным, хорошим пониманием этого слова, потому что есть ароматы у нас, которые прям вот передают хорошо цветы, а есть примеси такие интересные, которые, ой, какой интересный, но тоже не мое, нет, тоже не мое, у него шлейф будет прям такой тоже мощный. Он интересный и притягательный, зря сказала не мое, в нем есть какая-то нотка такая притягательности, прям вот она есть. Мне кажется, когда останется после вкуса, шлейф, он будет очень классный. Да, что-то там в нем такое есть, прям непередаваемое. Даже не могу объяснить. Дальше у нас с вами Gucci, девчонки, Flora by Gucci Woman. Интересно, тоже не тестировала этот аромат никогда.
Ой, а здесь мармеладные какие-то цветочки, знаете, такой с ноткой мандаринчика, что ли? Мандаринчика, апельсинчика. Такие сладенькие, вкусненькие, и в то же время есть нотка свежести. Вот это какая-то мандариново-апельсиновая. Интересные. Интересно, вот эти нравятся. И вот именно не мандарин-апельсин, а в таком понимании именно мармелад мандариново-апельсиновый. Сладенький. Очень интересно. Я бы такой аромат на новогоднюю ночь поносила бы с радостью, честно. Потому что я почему-то здесь чувствую мандаринки сладкие, такие прикольные, класс. А дальше у нас с вами на Сомато. Наркотик The Woman. Интересно. Парфюмы такие все классные здесь подобрались. Они прям разноцветные. Какой-то с голубинкой, какой-то с розовинкой, какой-то с персиковым отливом. Вообще здорово. Так, на Сомато. Поехали. Ой, с горчинкой. Что-то типа на роли, знаете, такое. Прям горчинка такая ярко выражена. А, и жасмин тоже чувствую. Я, если люблю цветочные ароматы, то цветочные с фруктиками или с нотками свежести, да? С горчинкой вот мне не очень нравится, хотя многих любят, я знаю. Какое-то непонятное послевкусие, тоже интересное. Горчинка потихоньку пропадает. И остается такая терпкость. Он такой прям весомый тоже аромат, такой мощный. Так, и последнее, девчонки. Амуаш. Blossom Love Woman. Вот так называется. Какой красивый флакон в оригинале вообще. Самый яркий цвет парфюма. Классный. Здесь вареньем каким-то отдает. Вареньем фруктовым. Свеженьким таким. Но он интересный, он мне нравится. Вот этот нравится. Знаете, персик, что ли? Цветущий персик. Вот что-то такое. Здесь есть легкость, свежая нотка. Фруктики, цветочки. Цветущие цитрусовые деревья. Вот у меня какая ассоциация. Очень вкусненький. И знаете, есть такая легкая нотка от молекулы вот этого древесного спила. Она прям есть и немножко так проявляется уже. А, и в целом очень гармоничный аромат. Красивый. Красивый, интересный. То есть смоленистость легкая. Тут есть такая вот легкая-легкая. Здорово. Нет приторности. Классный вообще. Мне понравилось, девчонки. Я довольно безумно этим аромабоксом. Будем сами летом благоухать цветами. Сейчас покажу вам его поближе. Показываю вам, как выглядят все ароматы в оригинале. Мне больше всего понравились пока Байреда, LM Parfums, последний вот этот. Пока так. Буду их на себе носить. Здорово, что есть распылитель. Очень удобные флакончики. Можно несколько дней на себе аромат носить и понимать, надо оно тебе или нет. Формат потрясающий. Здесь магнитная защелка. Коробочку можно брать с собой. Можно брать с собой маленький флакончик. Все очень удобно и достойно. Это все, мои хорошие. Пишите, какие аромабоксы вы пробовали. Пишите, какие из этих ароматов пробовали. Есть ли среди них любимчики. Будет очень интересно с вами на эту тему побеседовать. Ссылки все полезные в инфобоксе. Промокод тоже. Обязательно пропишу его и на экране. Там где-то раньше. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.